Узнать о работе городских депутатов из первых уст собрались десятки ребят из разных городов России. Общение длилось 1,5 часа. За это время участники встречи смогли задать все интересующие вопросы. Многие участники смены политика позиционируют себя как будущих депутатов и управленцев. Для них важно неформальное общение с теми, кто уже достиг успехов в работе. Очень интересно разговаривать с действующими депутатами. Я поняла, что быть депутатом не так-то просто, как это кажется, что действительно очень много разных обязанностей. Но, тем не менее, это меня никак не оттолкнуло. Будущие политики спрашивали о реформе системы местного самоуправления. Сейчас у районных властей больше возможностей. Преимущества депутаты объясняют на конкретных примерах. Раньше на закрытие канализационного люка могли уйти недели. До ответственной организации еще надо было достучаться. Сейчас вопрос решается в течение 2 часов. Также во время встречи депутаты рассказали о том, как они пришли в политику и в чем заключается их работа с избирателями. Для нас это общение не просто для того, чтобы чему-то ребят научить, а скорее взять у них все то, чего нам не хватает. Потому что мы тоже делаем первые шаги в реформе местного самоуправления, нарабатываем определенный опыт. Общение было очень достойным и полезным для той и для другой страны. Аудитория, которая в палатке политику была сосредоточена, интересует жизнь, общественная жизнь, очень важно, интересует форму проявления себя. Самое главное, есть критический подход, есть предложения по законотворческим инициативам. Участников Иблоги ждет насыщенная программа. На форуме 10 смен по самым разным направлениям. Запланированы встречи со знаменитыми людьми, учеными, политиками, журналистами. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.